17 февраля в Марел начинается обход избирателей. Члены участковых избирательных комиссий постараются прийти к каждому, чтобы рассказать о выборах президента страны, о времени, датах и месте голосования, о зарегистрированных кандидатах и о доступных способах сделать свой выбор. Председатель избирательной комиссии республики Ирина Татаринова призвала жителей региона к уважительному и внимательному общению с обходчиками, так как в организации выборов важна обратная связь. Чтобы процесс информирования прошел организованно и на профессиональном уровне, в нашей республике прошли специальное обучение 1753 обходчика. Члены участковых комиссий расскажут вам о времени, датах и месте голосования, о зарегистрированных кандидатах, о доступных способах голосования и, конечно, ответят на все интересующие вас вопросы о выборах президента. Важно, мы не агитируем, а рассказываем об избирательной кампании и помогаем вам в выборе наиболее удобного способа голосования. Еще раз подчеркнем, отличить члена УИК просто. У каждого из них при обходе обязательно будут удостоверения, а также фирменные бейдж, сумка и значок. Таких больше нет ни у кого.